втором месте в Италии. Местечко называется Алатри. И здесь, вот, конечно, тоже огромнейшие просто блоки. Тройная кладка. Первая кладка циклопическая, сделана из крупных массивных блоков обработанных. Дальше опять идет туф. Вот он сзади, можно посмотреть. Возвращайся ко мне. И после туфа идет кладка средневековая. Конечно, блоки вот такого размера — это доримская эпоха. Здесь, то есть, мало того, что археологи римские, итальянские на данный момент об этом говорят, это видно и невооруженным глазом. Сделано очень ладно, очень мощное массивное сооружение. Вот. И вход с этой стороны называется Порта Сан-Бьетто, порт Святого Бенедетто. Все, здесь, наверное, все. Итак, третий. Ну вот этот кусок еще. А видишь, из этого, из туфа, что все современное. Ну там не обработанная, здесь не обработанная плоскость, а там плоскость прям ровно, вот как фуганка вот она прошлась. Вот здесь, в смысле? Да. Там, а там не вот все ровно. Смотри, вон торчит. Вот этот блок торчит сюда. Вот завалит. Вот этот завалит. Ну, в общем-то, да. Ровности-то нету. Ну да. Достаточно четко уходит. Причем вот смотри, она сама идет, стена, не по прямой под наклоном, а вот, вот так вот, вогнутая. Вогнутая, да. И там видно вон блоки, которые выпирают. Вот. Есть какое-то подражание чему-то? Чему, блядь? Ну здесь более мелкие вот эти выработка, не то как в первом. С одной стороны они, с противоположной стороны обработана гладко, а с этой стороны, посмотрите, оно, эти камни как лежат, они так и лежат. Там даже есть что-нибудь интересное? То. Обработка хоть и ручная, но видно очень хорошо, особенно по этой стене, что она очень ладно, очень ровно сделана. И вот, можно посмотреть на этот угол. Порт Святого Бенедетто. Впечатляет. Нет, впечатляет, конечно. Да. Такой массивность. Да.